Hello, народ, с вами Кайкс де Винтер, и сегодня я хотел показать вам новое обновление в Башне Ада или же в Tower of Hell. Здесь добавили достаточно много интересного, и как я понял, здесь добавили скины на предметы. То есть, ребят, здесь появился новый бокс за 30 робуксов, который мы сегодня обязательно откроем. Ну а из этого бокса мы можем выбить уже разные очень интересные плюшки. Ну и здесь мы сможем уже посмотреть, что мы отсюда можем выбить. И кстати, что я заметил очень крутое, то что из этого бокса мы можем выбить вот это вот хало, ребят. То есть ним, ребят. А до этого этот ним можно было получить только за определенное очень сложное задание. А теперь мы можем выбить его из вот этого боксика за 30 робуксов. Я считаю, что это очень круто. И, кстати говоря, это лего. Ну, а теперь давайте вообще посмотрим, что здесь, ребят, мы можем получать из этого бокса, кроме данного нимба. Мы здесь можем получать различные скины, допустим, на койл. Вот, например, у нас скин Inverted Speed Coil. То есть это скин у нас на пружину скорости. Также, ребят, если я не ошибаюсь, добавили какие-то новые уровни, но это не точно, но вроде бы как их добавили, но, к сожалению, я сколько играл, не смог найти новых левелов. Ну ладно. Поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, в комментарии, добавили их вообще или же нет. Собственно, давайте приступим уже к открытию. Итак, давайте попробуем так. Я сейчас пройду вот этот уровень, и после этого я открою один бокс. Сегодня я смогу открыть всего лишь два бокса, поскольку у меня не так уже много робуксов на сегодня. Но если вы наберете очень большое количество лайков, то я сделаю целое видео про то, как я буду открывать кучу этих боксов. И это, ребят, заслуживает вашего лайка, поскольку я трачу свои робуксы. Давайте так, ребят, попробуем набрать 70 лайкосов, и тогда я снимаю такое видео, где я за один видос открою кучу ящиков за 30 робуксов. Я уверен, что вы сможете это набрать, если вы хотите такое видео. Итак, тем временем мы уже почти прошли данный уровень, и все, мы его прошли. Теперь давайте зайдем в этот магазин, собственно, и давайте откроем вот этот боксик за 30 робуксов. Все, ребят, мы его покупаем и смотрим, что же нам выпадает. Так, давай, открывайся, и нам выпадает, ребят, интересно, смотрите, нам выпало 24% сразу же, это обсидиановый хук. А теперь давайте купим хук и посмотрим, ребят, как это будет выглядеть. Так, все, я купил хук, и вау, смотрите, это настоящий обсидиановый хук. Выглядит очень прикольно. А теперь давайте его попробуем использовать. Вот, допустим, я туда хочу. И почему-то меня туда не тянет. В общем-то, мы сюда, ребят, зацепились. Итак, давайте попробуем зацепиться, например, вон туда вот, ребят. А, ну хотя ладно, в принципе, сейчас уже будет заканчиваться тавер, но ничего, в следующем тавере я затестирую данный обсидиановый хук. Собственно, ребят, этот скин мне достаточно нравится, он выглядит покруче, чем обычный хук. Так, все, нас, собственно, телепортировал, ну а теперь давайте я пройду этот первый уровень, и мы откроем уже следующий бокс. Итак, сейчас первый уровень будет достаточно сложный. Но ничего, ребят, мы его прошли, ну и теперь давайте откроем уже следующий боксик за 30 робуксов. Это будет уже последний боксик за 30 робуксов, но мы его открываем и смотрим, что же нам выпадает. Я надеюсь, мне выпадет хотя бы еще один 24%. И да, ребят, смотрите, у меня был тот самый Inverted Speed Coil, и сейчас мы его затестируем. Так, давайте, пожалуй, возьмем этот скилл. Так, все, нам выпал еще один 24%. Слушайте, ребят, это круто. Все, я купил еще одну спид пружину, и вау, смотрите, у нас она такая синяя и выглядит очень круто, серьезно. Мне очень нравится такой цвет, особенно это очень сочетается с моим вот этим трейлом, потому что я вот так вот бегаю, у меня вот эта синяя пружина, еще и сзади вот эта вот полоска. Итак, что я хотел? Я так и не рассматривал данный хук. Все, ребят, мы его взяли вот так вот. Он, в принципе, прикольно выглядит, у него оранжевая такая штука, и он такой, сам более такой фиолетовый даже, он, я бы сказал, он темно-фиолетовый. Ну, а теперь давайте посмотрим. Ну, в принципе, работает он, как и другие хуки, он ничем не отличается. Жалко, правда, что мне не выпало никаких скинчиков на гравити пружину, поскольку это было бы достаточно прикольно, если бы она, например, была бы красная. В общем-то, достаточно прикольно. А теперь давайте, пожалуй, подкроем какие-нибудь обычные боксики. Так, давайте посмотрим. Ага, обычный бокс за 500 вот этих монеточек. И что же нам выпадает? О, кстати, ребят, смотрите, как мне повезло. Мне выпал еще один 24%. Слушайте, это круто. Давайте попробуем еще раз. Может, мне выпадет какой-то... Вау, смотрите, мне выпал стиминг. Стоп, ребята, я помню, этот стиминг, он был 24%. А почему его сделали таким нередким? Я не понял. Ребят, я понял. Кажется, здесь изменили еще и редкости. Слушайте, ну блин, прикольно. Если честно, мне это не особо изменение нравится, поскольку раньше этот смоук, он был более редкий, ребят. Ну ладно, не знаю. На этом у нас все, ребят. Если вам понравился данный ролик, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был Кайкс де Винтер. И всем пока-пока-пока. И...